Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я сейчас вообще не знаю, кем мне стать в будущем профессии, вообще нет желания что-либо делать, резко упали силы и пропали цели. Хотя вроде бы смотришь, месяц назад была заряженная целями, не могу найти дело в своей жизни, не могу выбрать. Во-первых, что произошло месяц назад, что вас покинули силы, вот, очевидно, что была какая-то ситуация, да, которая вами не прожита до сих пор, вот, и вы в этой ситуации очевидно застряли, вот, стали тратить на нее свои силы. Вот, психоэмоциональные силы, и в итоге вот у вас действительно, ну, можно наблюдать падение мотивации. Вот, лично я могу предположить, что речь идет про разочарование, то есть вот, заряженность, это очень часто про какие-то надежды. Вот. То есть вот, это как-то история про то, что вот сейчас все, вот сразу все сейчас смогу, совсем разберусь и так далее. Вот. Ну а, соответственно, появляются проблемы, да, сложности, вот, какие-то, и все, и человек как бы начинает, ну, разочаровываться. В себе. Вот. Поэтому вот это наиболее вероятный сценарий, вот, с которым вы столкнулись здесь, хотя, безусловно, может быть, еще какие-то сценарии. Вот, например, ну, просто что-то вот, ну, просто вот с чем-то вы столкнулись, таким для себя неприятным, вот, была какая-то травма, там, да, там, какие-то вот неожиданные проблемы случились, вот, и как-то вот, ну, о себе стали давать знать, вот. То есть надо смотреть, конечно. Вот, и разбираться, ну, последовательно нужно разбираться, что и как вообще. Вот, значит, дальше. Вы говорите о том, что не знаете, кем быть. Ну, есть вот тут у меня такое ощущение, да, что вы от себя требуете кем-то быть. Вот вообще, ну, когда человек требует от себя кем-то быть, да, ну, редко когда это получается, из этого получается что-то хорошее. Вот. Потому что, ну, заставлять себя, да, это вот, если у кого-то получается себя заставлять, это значит, у человека много ресурсов, но что он будет делать, когда эти ресурсы закончатся, это вот очень такой хороший вопрос. Вот.
на который, в общем, ну, мало кто обращает вообще внимание на вот, свое. Вот. Но это вообще-то очень важно. Вообще. Вот. Поэтому я вот рекомендовал бы вам значит, обращать свое внимание не на то, кем вы хотите стать, а на то вообще, что вам интересно, что вам нравится, чего у вас в избытке. Это вообще один из самых важных вопросов. И что у вас легко получается? Ну, вообще, что легко получается? Если вот сейчас у вас что-то такое, вот что легко получается? Вот. Ну, просто. И вот уже как-то от этого отталкиваться и на это обращать свое внимание. Вот. Ну и да, смотреть, как можно это реализовать, вот. Куда это можно приложить, вот. И можно ли вообще это приложить. Вот как-то так, ну, смотреть не в сторону 100%, чтобы вот было 100% совпадение, да, искать. Но смотреть вот где, ну, больше всего. Вот. То есть сначала разрешается ваш конфликт, вот внутренний, то, что вас, ну, подавляет, да, то, что напрягает, вот, то, что отнимает такое количество, ну, такие прям колоссальные силы, вот, а дальше уже смотреть на свои предпочтения, да, то есть, ну, опять же, вот в разговоре, в, так сказать, в терапевтической беседе, вот это часто происходит такие вот озарения, да, инсайты, что называется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого хорошего вам.